Традиционно областные выставки делятся на несколько разделов, соответствующих видам искусства. Этой весной живопись и графика составляют основную часть экспозиции. Наряду с работами признанных мастеров Виктора Грушиновицкого, Виктора Агеева, Валерия Потапова, Валентина Чавкина, Дениса Чернова, Владимира Янаки можно увидеть работы молодых мастеров. Понравились очень натюрморты молодой художники Поздняковой Арины. Они довольно свежие, и несмотря на то, что художница молодая, она еще учится в институте, она уже показывает довольно-таки хорошие успехи. Выполнены они в стиле Сезанна или бубнового валетцев, то есть они такие яркие, с геометрическими ломанными такими формами, очень интересно. В раздел скульптур вошли работы двух мастеров – почетного члена Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Раисы Лысениной и ее бывшего ученика Николая Маныкина. Раиса Алексеевна представила ряд новых произведений, в том числе серию «Неслучайные случайности». Скульптура Николая Маныкина изображает девочку, раскинувшую руки навстречу весне – образ, который можно назвать символом весенней выставки. Также символично выглядят абстракции еще одного молодого автора. Среди новых участников Союза художников у нас Марина Климанова, и мы видим ее работу, абстракцию, называется она «Море». Интересно, что к нам добавился такой необычный художник, потому что абстракционистов в Рязанском союзе художников практически нет. Раздел народного искусства составили немногие произведения. Вышивки Марины Ибрагимовой, в которых сочетается праздничный красный с торжественным белым, и скопинский гончарный промысел. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».